Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас очень интересная посылочка от Lux Essence Cosmetics. Здесь не только парфюмерия, сразу открою вам секретик, у бренда вышла уходовая косметика, но обо всем по порядку. Вот так мне пришла посылочка на почту, все очень замечательно, как всегда, упаковано, и что изменилось, девочки? Во-первых, Lux Essence – это больше не аналоговая парфюмерия. Бренд отходит от этого понятия и выпускает самостоятельные продукты. Исключительно эксклюзивные парфюмы. И бренд теперь называется Lux Essence Cosmetic. Все упаковано в пупырочку. Все отличненько. Давайте по порядку. Ну, давайте начнем с парфюма. Вот такие вот красивые лаконичные упаковочки. Просто потрясающие. У меня парфюм называется Армагеддон. Здесь 50 мл. Нотки все на сайте почитала. Мне прям понравилось вот это описание. Смотрите, внутри парфюм еще вот в такую черную бумажку обернут. И, кстати, все парфюмы, все парфюмерные линейки теперь создаются собственными парфюмерами компании. И на основе ароматов та-да-дам, выходит уходовая косметика, линейка парфюмерной уходовой косметики. Полный список есть на сайте. Вот такая вот красота. И давайте тестировать. Так, ну что у нас в описании? В описании у нас верхние ноты, лемонграсс и кофе. Мне вот так захотелось, девчонки. Кофе и лемонграсс. Хороший такой вкусный кофе в перемешку с парфюмерией. Я хочу попробовать сразу и на одежде, и на коже. Какой интересный аромат, слушайте. Какой он насыщенный, обволакивающий, согревающий на холодное время года. Ноты сердца ветивер, как правильно называется, не знаю. Ноты базы ваниль амбра. Пока отчетливо чувствую кофе свежемолотый, вкусный, с парфюмерной ноткой. Очень интересно. Мне безумно было интересно, на самом деле, как вот кофе будет сочетаться в парфюмерной композиции. Красиво, красиво звучит-то. Красиво звучит, пока кофе. Пока кофе. И насыщенный такой яркий, сладкий, но не приторный. Ваниль пока не чувствую. Она сквозь кофе где-то там вот начинает прослеживаться. Я ее прям чувствую в облаке. Вокруг себя начинает прослеживаться ванилька. Вот этот свежемолотый кофе уходит на задний план. Как вкусненько, девчонки. Мне так нравится такое сочетание. Слушайте, вообще вот с таким парфюмом вы будете одна на миллион. Вот честно, потому что я такого ни у кого не слышала еще. Сочетание, на самом деле, безумно интересное. Аромат становится более приглушенным. Вот сейчас потихоньку и становится очень красивым. Вот очень. Если сначала он такой прям резкий, кофейный, прям такой, знаете, взрывной. Ну нет, вот уже быстро, буквально 1-2 минутки, он становится приглушенным, очень таким обаятельным, нежненьким. Выходит ванилька, выходит парфюмерная какая-то композиция интересная. Мне нравится, слушайте, мне нравится. Он вот прям будет согревать. Я прям представляю, как круто он будет раскрываться снежной зимой. Вот безумно круто. Идешь такая, от тебя чуть-чуть кофейком попахивает. Но мне кажется, кофе, он сейчас успокоится. Сейчас мы дадим ему время осесть и посмотрим, как аромат будет раскрываться дальше. Распылитель классный. Распылитель суперский. Одного пшика хватит вполне. Мелкодисперсный, хороший, здоровский. Так, что хотела вам еще рассказать. Теперь пройдемся по уходовой косметике. Покажу вам, что я заказала. У Lux Essence появились гели для душа, дезодоранты, шампуни, кондиционеры, жидкое мыло для рук, крем для тела, баттер, боди-баттер, скраб для тела и крем для рук. Ну и, конечно же, парфюмерия и диффузоры. Смотрите, что у меня, как приходит, все здорово упаковано. Вот здесь еще наклеечка, чтобы ничего не порвалось. Вот на подарок презентабельно и здорово. Вот это мне нравится. То есть достаточно бюджетные продукты, но заявляют о себе прям люксово. Вот действительно, люкс эссенс. Вот так у нас с вами выглядит гель для душа. Бутылки просто прелесть. Посмотрите, бутылки просто прелесть. Здесь 300 мл, они такие пузатенькие, видите, и лаконичные. Я безумно люблю такой дизайн сейчас и в уходовой косметике, и даже в бытовой химии, чтобы ничего лишнего. Вот так на полочку поставить, в рядочек, посмотрите, какая прелесть. Так, у меня гель для душа, графиас, девчонки, графиас. И так как это тоже парфюмерная композиция, здесь у нас с вами есть описание.
верхней ноты красный апельсин. Я взяла абсолютно разные продукты с разной парфюмерной композицией, чтобы оценить как можно больше вариантов ароматов. Красный апельсин, лемонграсс, бергамот, ноты сердца, корица, ветивер, ноты базы, ваниль, амбра, ут, карамель. Круто. Давайте смотреть. Ой, как вкусно пахнет. Как я люблю, девочки, красный апельсин, когда он присутствует в парфюмерных композициях. Прям обожаю. Сейчас я чувствую именно его. Композиция очень богатая. Лемонграсс, да, бергамот совсем чуть-чуть. Очень вкусненько. Очень вкусно пахнет. И гель прям густой-густой. Он практически вот прям, не знаю, как желе. Я вам покажу потом поближе. Мы с вами попробуем дозатор. И расскажу о своих впечатлениях. Дозатор такой обычный. Вот тут написано open. В какую сторону нужно повернуть, чтобы его открыть. Вот открыла. Очень удобно и лаконично. Ароматный питательный гель для душа эффективно очищает кожу, восстанавливает эластичность и упругость. То есть это не только парфюмерные композиции. Здесь компания уделила внимание и уходовым свойствам его продукта. Оставляет ароматный шлейф на коже и быстро вспенивается в мягкую воздушную пену. Я попробую, обязательно вам расскажу. Так, состав. Здесь все есть, потом вам покажу поближе. Продукт свежий, линейка свежая, срок годности 12 месяцев. Так, и что у меня дальше? Дальше, девчонки, у меня баттер для тела. Тоже все вот так запаковано и как бы такая печать от Люкс Эссенс. Огромная баночка. И он называется уже Саджита. По-моему, как-то так, если я правильно ставлю ударение, Саджита. Здесь 350 грамм. Огромная банка и все в таком очень красивом лаконичном дизайне. Что у меня по скрабу? Ой, по баттеру. Темный шоколад, ром, миндаль. Ноты сердца, мед, роза и ноты базы, ут, сандал, бобы, тонко. О как, представляете? Все взяла в разных. Можно, конечно, брать и одну линейку, но так как я еще ничего из уходовой косметики не пробовала, зафольгированной, мне хотелось сразу все ароматы потестировать, поэтому я взяла разные. А так, если взять продукты одной парфюмерной линейки, то они будут друг друга дополнять и очень круто. Но вообще парфюмерия Люкс Эссенс, она очень стойкая. Я уже с ней знакома давно, она действительно стойкая. Это ароматы яркие, о себе заявляющие, поэтому как бы не то, что они не требуют дополнения. Можно и дополнять, если вы любите аромат, конечно же, можно его дополнять в виде геля для душа, в виде баттера, в виде скраба. Полная-полная баночка под завязку вот такого вот крема. Он совсем-совсем густой, он не вываливается, даже если банку перевернуть. Это действительно баттер. Давайте попробуем скорее, мне не терпится. Очень густой крем, вот очень. И прям по первым ощущениям, питательный, но мне интересно аромат. Такой прям питательный баттер. Ой, какая кожа сразу гладенькая, супер. Вкусненько. 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 Темный шоколад? Нет, вот я пока не чувствую. Я немножечко чувствую миндаль, немножечко чувствую ром в приятном понимании. А вот, да, и чуть-чуть совсем шоколадка. Мед, роза, нота сердца. Вы знаете, аромат меняется. Даже аромат баттера, он все равно меняется. Он не как вот нанес один, он сразу через минуту, я вот уже слышу дальше нотки. Но у меня парфюм из кофе все перебивает. Он раскрывается. Вот чуть-чуть медовая нотка начала выступать. Он безумно крутой, от него вот все ручки у меня стали очень гладкими и напитанными. Пленки никакой от баттера не ощущаю, все отлично, все замечательно. Сейчас еще схожу немного попозже в душ, протестирую гель для душа, нанесу баттер и еще раз передам вам свои впечатления. Ну что, мои хорошие, я протестировала гель для душа, я протестировала баттер. Мне безумно понравился парфюм, спустя несколько часов я чувствую его и на коже, и на одежде. Я думаю, что на одежде он однозначно будет до ее стирки. Кофе приглушается, и аромат становится безумно интересным. Безумно интересным, комплементарным, ярким, обволакивающим. Вот прям супер, я не прогадала. Мне безумно была интересна эта композиция, она мне понравилась. Что еще хотела сказать, очень важный момент. Совместно с выходом новых продуктов бренд запускает новый сайт. И здесь уже у каждого клиента будет свой личный кабинет, где можно отслеживать историю заказов, статусы отправлений и так далее. Оплату на сайте можно производить двумя способами – онлайн и наложным платежом.
То есть, как вам удобно. И еще один очень приятный момент. Действует скидка 20% для всех покупателей в честь нового сайта. Обязательно проходите в инфобокс, там вся информация будет. По гелю для душа у него минимальный расход, девчонки, вот просто минимальный. Он пенится потрясающе и действительно оставляет на коже парфюмерный след. Аромат до сих пор чувствую, очень классный, очень вкусный, мне понравился. Смотрите, показываю вам по густоте. То есть это действительно такой густой прозрачный гель, и он очень круто пенится. Вот он очень круто пенится, мне хватило совсем немножко, чтобы на мочалке создать обильную пышную пену. А когда принимаешь душ, вообще с этим ароматом одно удовольствие. По баттеру, смотрите, сколько я израсходовала за один раз на все тело. Обильненько прям, но он хорошо разносится, он хорошо увлажняет, он хорошо распределяется по коже, то есть у него расход у самого баттера небольшой, плюс еще и вот такой объем, мне кажется, мне этой банки хватит минимум на полгода, девчонки, это минимум, это вот если прям ежедневно, через день там хотя бы использовать, поэтому расход экономичный, цена вопроса тоже совершенно небольшая. И по парфюму, что еще хотела сказать, я сходила в душ, я применила другой гель для душа с другим ароматом, другой баттер для тела. И я все равно его ощущаю. Вот где я его брызгала на руку, и я, наверное, где-то на волосах задержался, я его ощущаю. И он потрясающий, он раскрылся очень обаятельной, интересной, теплой ванилью. Очень вкусный. Я вообще не любитель ванильных ароматов, но здесь все так гармонично и вкусно. Что, не знаю, я вот просто стою и принюхиваюсь к руке, стою и принюхиваюсь, готовлю и принюхиваюсь, и принюхиваюсь. Ну, какая-то вот парфюмерная сказка на самом деле. Я в диком восторге. Аромат всю зиму будет у меня однозначно в любимчиках. Но еще несколько важных моментов, которые стоит отметить после того, как бренд выпустил новый продукт и создал новый сайт. У них практически все парфюмы из новой линейки относятся к категории унисекс. За счет этого предоставляется возможность познакомиться с наибольшим количеством ароматов. То есть, ну, один себе там взяли, один мужу, потом там с ними поменялись, все здорово. Еще у них есть готовые подборки. То есть заходим на сайт и мы видим прям готовые подборки косметических наборов для системного ухода за собой, за телом, за волосами и так далее. Наборов всегда выходит дешевле, я вот в данный момент сейчас на сайте у них нахожусь, всегда выходит дешевле, нежели покупать каждый продукт по отдельности, система скидок тоже имеет место быть. Ну, про стиль я вам уже сказала, это безумно стильные упаковки, безумно стильные, сдержанные, премиальные одушки, упаковка супер, индивидуальный подход к каждому клиенту, это тоже всегда привлекает. У бренда бесплатная доставка по России, Белоруссии и Казахстану. От 3000 рублей, тоже важный момент. Все, что я попробовала, мне безумно понравилось. У уходовых средств прям великолепный косметический эффект, поэтому смело могу рекомендовать. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Вся полезная информация в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую, всем пока-пока.